Эй, умным лава, давай к нам. У нас есть пиво. На, держи. Ты откуда? Какая разница, откуда я? А, так ты, значит, из корпоратов? А, шпионка вавилонская. И что вы со мной сделаете? Да ничего. Сиди, пей, любуйся видом. Смотри, Пити, однажды это все станет твоим. О-о, ну что, не готовы еще? Нон? Ну когда уже? Дайте человеку сосредоточиться. Слушайте, отвалите, а! Ни разу на таких не каталась. Слушай, не дави на совесть. Что, пытаешься ее запустить? Угу. Да уже не первый час сижу. И все, не сдаешься? Фэмен Буш, покататься охота. Мы верим в Жана. Не против, если я попробую? Ха, да пожалуйста. От этих все равно никакого толку. Благодарю. Часто здесь тусите? Как время есть. Но ты же знаешь, обычно мы заняты тем, что угоняем тачки и жарим батат. Как и все в Пасифике. Ну все, можно запускать. Коман, ма! Че, серьезно? Я отрубила предохранители и включила аварийное питание. Народ, слыхали? Ну че, кто первый? Не, я, кажись, перебрала.
А если я там наверху застряну? Пусть она первая поедет. Это же она починила. Подержи-ка мое пиво. Да не ссы, поехали. Ладно, уломали. Во, вот это я понимаю. А мы отсюда посмотрим. Давай, она ведь не шутит. Вавилон! Спорим, ты будешь приезжать, как девчонка. Вавилон! Вавилон! Ты видишь? Ебать! Охренеть! Ну вообще, чуть не обосрался, пока смотрел. Эвка? Хочешь с нами на пляж? Будем тебе рады. Ну как? Завтра чертово колесо запустим? А что? Все может быть. Мы же завтра купаться собирались. Хороший был денек. Покажи!
А? Ничтожество! Сука!
Thank you.
Чуваку пусть дилера сменят. Не знаю, на чем он был, когда это придумал. А ты лучше него знаешь, что ли? Поверь, я однажды видела чувака, который оттуда вышел ненадолго. Thank you.
Thank you.
estás metiendo? ¡Son unos pinches cabrones, Valentinos! ¡Orgullo Tino! ¿Cuándo salió? Será mejor. Врать не стану, дитя мое. Тебе предстоит грязная работа. Политика, сама понимаешь. Надо найти компромат на Хавьера Альварадо. Это советник мэра. Мои люди выяснили, что документы лежат в Эль Пинчебойо. Это ресторан Валентино. Если нужны подробности, просканируй письмо. Я! Слышь ты, мразь! Я крыс одним ударом бью, а потом можно... Унитазы забиты, пиво херовое. Почему я вообще соглашаюсь с тобой сюда ходить, я тебе пьяный! Маме! Ты хороший друг. И это лучшая пивная на районе. Ходили бы еще куда-нибудь.
вызову! Какие-то вещи никогда не меняются. Они думают, от их крестика в бюллетене что-то зависит. В этом городе ты хоть куда свой крест можешь ставить, будет коррупция. Голосуют за одну и ту же сволочь. И каждый раз, сука, верят, что уж теперь-то все точно будет иначе. Что тут скажешь? Так им и надо. Успею, пока ты там сидишь. Идеальная работа. Все точно по плану. Че там? С тобой приятно работать, Ви. Заказ закрыт. От дедушки не уйдешь, Сора. Вроде что-то... Скука смертная. Иду проверять.
Чувак, мне нужна доза. Сейчас. Да похуй, сколько несешь? Заебись. Да-да-да-да-да, бабки есть. Да! Заказ. Нужно вернуть машину. Вернее, угнать ее у 6-й улицы. Посмотри. Я там расписал немного про нее и про ее хозяина. Thank you.
может, выйдешь, и мы поговорим? Спасла ты мою шкуру. Не знаю, как и благодарить. Что с машиной будешь делать? Продавать? Рано или поздно придется. Знаю одного ценителя в Сакраменто. Он мне целое состояние отвалит. Но над ней еще надо поработать. Так что этим пока и займусь. Тебе лучше скрыться, и как можно скорее. Из-за нее шестая весь город вверх дном перевернет. Я уеду сегодня же. Дядюшка Эстовес всегда говорил, если выбор стоит между родной машиной и чужой шкурой, спасай машину. Тачка, по крайней мере, тебя не подставит. А вот людям веры никакой. Now available in the back.
Есть человек, которому нужна одна щепка. Суть в том, что она в голове курьера, который только что заехал ногами вперед в крематорий. Прочти письмо. In a
tight spot? Don't turn to gangs. Come to the NCPD. We'll help. No strings attached. Да, чем могу помочь? Ну это!